Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала. Продолжаем серию фильмов для облегчения выбора ножей, потому что, потому как акция, да, и такие вот мини, мини выставки, которые мы проводим через интернет, да, показываем нож, который у нас есть. Каждый нож я кручу в руках. А покупать или не покупать, вы смотрите, доверяете или не доверяете, это уже скажем так, ваше дело. Ну и начнем. Это ножи небольшие. Мне вообще все ножи маленькие нравятся. Вот нож. Классный. Реально классный. Модель Шторм из Дамаска. Прикольный, хороший. Ну, нож, который мне нравится. Скажем так. Вот он цвет хаки, вот он позеленее, да, такой вот а вот малый бычак, это который нравится совсем мне здорово нравится то есть это нож а... сразу хочу сказать этот нож, мы его сейчас даже будем откладывать это нож, который бы я из этой коллекции купил в первую очередь вот он вот он тоже самое, да черный, ну вот я его отложил так, это варианты шторма. Ну, ножи на самом деле, вот они. Ножи на самом деле, они хорошие, прикольные. Их уже, ими начали пользоваться, тоже вот мои рекомендации. Людям понравилось. Вот. Это такое мини-лис такой, ну, не знаю, на любителя. Это вот финка, что-то такое, типа Карелии, не знаю. Вот, прикольный нож, кстати, парни. Офигеть, мне нравится. Охотничий шкуродер на базе ножа филин с рукояти от этого. Знаете, какая классная штука? Удобный, простой, неубиваемый шкур снимать. Класс. Во, недорогой. Рекомендую. Так, ну, это то, что я вам показывал. Только со взрезкой от обуха. Тоже очень достойно. Это бычак. Вот очень покупаемая модель. Это панда с рукоять резины пластика. Очень достойный, очень прикольный. Многим нравится. Далее идет финка охота в 9 хс. Если обдирать зверя, цены нет, сами понимаете. У меня у самого такая же охота есть, но у меня из Д2. Но у меня так, рыбку почистить, еще что-то. Один из тоже из прикольных ножей. Прямо вот зачет. Ну, дальше также падда. И один из малых охотничьих. В данном случае номер два. Сами понимаете, проверено, нож достойный. Станочная работа. Значит, это вот нож на базе штучной куницы. Ну, не знаю, может кому понравится. Мне так себе. Это опять Шторм. Ну, шторм вообще модель достаточно популярная у нас сейчас. Видите, у него, у него спуск-то небольшой, им шкурить удобно, рыбу шкерить удобно. Носик он тонкий, но носик усиленный идет. И в действительности он очень хороший. Он и как шкуродер хороший, как на общего назначения. Зачет. Ну, это тоже вот клинок от обуха. Это малый карачаевский. Из Дамаска. Панда. И вот такой вот прикольный закова нож интересный нож в денежном экземпляре рекомендую но ну, это вот беркут кстати вот д два красивый на нем. как булат офигеть Ну, это больше он к среднему не относится к ножам но вот он сюда попал ну и дальше дальше это алтайский малый классический. Он со спусками от обуха. Вещь очень хорошая. Так. Ну, шкуродер. Понятно. Кому на охоту, кому работать. Сказка. Тоже шкуродерчик. Смотрите. Ну, офигенный. Офигенный. Грибник. Ну понятно, что легенда, тут даже не обсуждается. Охота, вот она, тоже 9 ХС. Ну и вот, я вообще сразу, ну как бы три ножа выделю, о! Вот. Я вот скажем с, больш... с других ножей я там больше выбрал я вот мне вот эти но ну, это мне прям очень зашли ну и к ним бы я еще к ним бы я еще добавил вот этот то что мне понравилось соответственно грибник панду и вот этот вот так я бы сейчас положил кстати клык на любителя. И они очень-то. Мне он нравится. Вот, пацаны. Вот эти ножи. <coughs> я бы убирал из них на вашем месте. Но еще раз говорю. Дело вкуса. Вот себе такой оставил. У меня есть. Ну, просто вещь. С лицерезно-пластиковыми ножными, да. Грибник понятно, из за 2 классический вообще. Выносик сведен форма. Малый охотничий, да? То есть он же как бы грибник. Кто-то говорит, да, клинок от бронбука, но суть от этого не меняется. Офигенный, офигенный. Ну, и такая новая интерпретация, вот, мне кажется, очень удачно получилось. Это шкуродер филин. Карачаевский малый, но у меня вот именно со взрезкой не с прямой, вот здесь есть с прямой, а мне вот именно вот этот зашел, который с радиусом. Я считаю, он более удачный. В данном случае более удачный. Бывает вот именно с той взрезкой некоторые модели удачные, а на мой взгляд вот. Ну и смотрите, номер три. Классный, классный, малый охотничий. У меня в машине такой. Вот. И панда. Так что вот, ребята, все это в ножнах. понятно, да? Вот они, резинопластиковые ножны. Все, как всегда. В общем, рекомендую. Скидка же 20%. Кстати, вот нож, видите, такой вот светленький, вот, голубенький. Вообще больше таких не будет, они вот более, более синие будут. Это вот единичный экземпляр. Такого пластика больше не будет. Берите, он последний. Вот. Так, Ну что, парни, вот это все одевается вот так вот. В резинопластик, как всегда. Ну, в общем, популярность э, ножей и ножен на резинопластика бешеная. Вот всегда говорю, как есть, пацаны. Ну, посмотрите, посмотрите отзывы, посмотрите в интернете, посмотрите ВКонтакте. Вообще посмотрите. То есть наш резинопластик, вещь хорошая. Не забываем, что акции 20% из наличия, и 15 под заказ. До конца мая. А это видео для того, чтобы вам было легче выбрать. Всего доброго. До свидания.